Запрет на информацию не панацея от пропаганды. Об этом заявил новый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его мнению, главное – это прозрачность и доверие к информации, а также право человека самостоятельно принимать решения. Напомню, Курта Волкера назначили спецпредставителем в переговорах по конфликту в Украине на прошлой неделе. Это новая должность, которую в Вашингтоне решили учредить, чтобы из первых уст знать о ситуации.